Блин, жалко, я поздно включил запись. Хотел показать, что когда главный герой разговаривает, по-моему, он не открывает даже рот. Да, ну конечно, да. Привитус Амигос, все дела. Значит, что я хотел сказать? Я поиграл в эту игрульку еще где-то часик, наверное, сверх того, что попало на видео. И понял, насколько гениальная игра сделана. Мало того, что все миссии здесь одинаковые, да, что надо ездить и уничтожать государственную, муниципальную всякую собственность такая. И сами объекты еще сделаны одинаково из одних и тех же, Короче говоря, представляет собой разные конфигурации из цистерн, труб, антенн и баков. И ПВО везде еще расставленные, и вышки. Все. То есть Ctrl-C, Ctrl-V, готово. Миссис. Второй размер Сисис. Только почему-то у нее как-то, я не знаю, что-то как-то они уже у нее сползли, по-моему. Наверное, на ее сиське сила притяжения стала действовать сильнее, чем на все остальное в этом мире. А жопа у нее ничего, бегает, наверное. Че надо-то, ёб твою мать? Заправка. А, надо машину заправку. Понятно. Вот это прикол. Ща. Поможем вам, гражданочка. Сейчас. Я, правда, на такой абсурдной тачке, что, конечно же, она мне не даст никогда в жизни, да? Да ёб твою мать, ты можешь... Чё там, сука, гидравлического усилителя, что ли, нету? Ну, тормоза зато годнота. Ой, блин. Даже не поцарапал. Видите, какой у меня бархатный. Бархатный задний бампер. Да ну нахуй. Ту-ду-ду-дун. Это не монтаж. Это вот так вот классно все работает в лицензионной игре. Вот, смотрите, я могу здесь проехать. Она не включила режим стелс невидимости. Она просто... Это был мираж! О боже, эта местная богиня явила мне свой лик. Я ебу, что тут происходит? Матерь, срань господня. Да, сразу говорю, что походу будут матюки, да, судя по происходящему. Поэтому чего? Все, кто смотрит с детьми, смотрите с детьми лучше мультики. Так, значит, а... Где, бля, как тут квест посмотреть какой-нибудь? Дайте квест! Квест, квест, дайте квест. Может, тут это и есть квест? Телевышка. Доплеровский радар. Ну, мы все играли в Ведьмака или смотрели видео, мы знаем, что такое доплеры, да? Ну, вот, видимо, радар, который их вычисляет. Угнетается город. Надо, наверное, разобраться с угнетенным городом. Походу, надо решить вопрос. Каждому городу нужна свобода. Кто угнетает эту деревню? Тайлунг, наверное. Чё я нажал сейчас, а? Вот чё я нажал? Бля, моя машина превратилась в корову. Чё происходит вообще в этой игре? А, нет, подождите. Моя машина прогазонокосилила тут. А, вон она. Эй, машинка моя, куда ж ты? Бамблби, подожди, почему ты едешь без меня? Слушайте, по-моему, судя по машинам, я единственный абсос. Тут даже фермеры, по-моему, на более классную тачку все заработали. А, вот нет. Вот этот чувак более абсосный, тем более у него еще и тачка битая. Фу, лох, ты чё на битой тачке-то ездишь? Ты чё на битой тачке ездишь? Ты вообще техосмотр проходил когда-нибудь? Нафига ты едешь на битой тачке? Ты понимаешь, что ты представляешь опасность для людей, чувак? Ты опасен. Ты, сука, опасен, ты ездишь. У тебя, наверное, и фарты не светят. У меня вон, тачка тоже не новая, но светит хотя бы. Вот отморозок. Я что-то не понял. Мне кажется, или эти местные крестьяне совсем охуели? Да, не, вы это видите? Дай ему пня, колхозница. Он что, охерел? Мне кажется, это Ракомакафо свой говнопранк очередной снимает. Кто поможет этому? Кто поможет? Как там этого черненького-то ведущего? Все время забываю. Вот представьте ситуацию. Ракомакафо снимает пранк. И тут едет ученик из автошколы. Включите поворотник, поверните направо.
Ой. Мораль этого пранка гласит, что всем похеру, когда на дороге лежит лицо неместной национальности. Слушайте, они, по-моему... А, я понял. Ох, нихуя себе, вот это жимлёжа у дедушки, а? Тонну как минимум сейчас он подбросил. Две, наверное, даже. А, что? Я ничего не вижу. Кто здесь? Что тут? Что происходит? О, мне квест дали. Надо, наверное, мочкануть вот этого в подтяжках. А, нет. Другой квест дали. А какой квест дали? Эй, стоять, ты арестована! Нет, не ее. Ну, простите, меня учили в отечественной автошколе на машину водить, поэтому я езжу как умею. Машину купил, права купил, ездить не купил, не продали. Потрясающий физик. А, я горю, боже мой, мои яйца. Спайдермен. Че, взрыв-то будет какая-нибудь, ёптить? У меня сейчас, сука, столько пуль, дырок в заднице, что оттуда говно будет лезть, как мясо из мясорубки. Да ну нахрен, ты чё? Ах, зря ты меня бесил. Так, я доехал до оккупированного города. О, луна какая, смотрите, как она быстро крутится по небосводу. Так, это угнетённая деревня, да? Сейчас надо разобраться с угнетателями. Слышь, женщина, ты чё тут угнетаешь, походу, а? А если найду... Угнеталка есть, а если найду... Чё, где гню, где... Я не вижу, где тут угнетение-то какое-нибудь. Если вас угнетают, позвоните мне по номеру 02. По-моему, я уже этот полицейский участок, даже, по-моему, вот именно этот уже зачищал. Они его обратно отбили, что ли, когда я отвернулся, я не понимаю. Или тут настолько охренели, что тут просто реально даже эти Ctrl-C, Ctrl-V прям даже не стали ничего менять. А еще дармоеда. Здесь, видимо, тоже прошла нехеровая реформа милиция-полиция. Только тут, наверное, пропустили эту стадию, переименовали сразу в спецназ. И главное, верят. Они сами в это верят. А, что, надо и тут открыть? Конечно. Суть квеста — открывать двери. Полицейский участок наш. Отлично. Это чоп намандюлял этим полицменам. По каким координатам-то? Захер мне сюда направляться-то. Чё-то вообще не врубаюсь. Ну, оружие, ну, допустим. Хорошо. Так, что-то я вообще не понимать, чего тут. Статуя, поднять флаг, динамики, рекламный щит. А, да, рекламный щит еще надо не забыть, ведь рекламные щиты — это самое мощное средство угнетения. Кто тут всех угнетает? Опять Procter & Gamble? Так, где угнетающая реклама? Где это средство массового гнета? В кого там снайпер наворачивает, я не понимаю. То есть я, мексиканский Бэтмен-супергерой, лично проверяющий своим лицом качество укладки асфальта, должен ходить, сука, и искать рекламные эти щиты? Серьезно, что ли? Это мой стайл. А для чего еще нужны эти полеты? А, вот, наверное. Да, отлично, один нашел. Потрясающе, как интересно, боже мой. Какая интрига, где же мы найдем следующий плакат? О, вон он. А, отлично, вообще обалдеть. Ой, статуя, смотрите, Ленин местный, на нах. Да. Че осталось? Еще один громкоговоритель, еще один плакатище голимое.
И город будет спасен от угнетения. Огнем из пулеметов и ракет, и ракет-лаунчеров. Отлично. Я не изменяю себе. Чисто фишка. Сука. Чего он не может быстрее растопыривать свои вот эти крылья? Люди, где вас угнетают, господи? Хоть на карте бы пометили угнеталки свои, ядрить-мадрить. Ну что ж такое-то вообще, ну бред. А, вон. Появилась это... Динамик появился, вот, точно, последний. И где он? Так, направо, вот там. Да. Все, последний динамик, и можно будет флаг вешать, оказывается, этих. Реклама щита была ровно 2. Все уже посчитано для удобства. Сколько, чего, где. Только что-то я не вижу, где динамик. Что делают эти два миньона? А, вон. Бэтмен! Сучка мексиканский. А, он не стреляет на ходу. О, шикарные возможности. Жаль, что реализованы так неинтересно. Чего? Запись деравела? Нафиг она мне обосралась. Смерть Человека-паука, сцена 2, дубль 15. Ебать. Да хорош. Это чё, блин, Майнкамф какой-то местный, что ли? Гараж, отлично. Городской гараж готов, нахер он мне нужен. Не знаю, только если тут повсюду. О, тачка моей мечты. Вот она, машина главного абсоса. Объявляю тут этот шикарный жук. Это даже не знаю, даже что это за машина такая. Не турбандос хоть пластиковый. А, это все лежит, пранкер хуев. Че, ладно, что еще тут угнетают? Давайте сейчас пока здесь. Гвардия Сирока 3. А где другие две? Простите. Моя машина не работает, тормоза. Если вы откладывали визит в Коста-дель-Порто, ожидая, когда этот чудесный приморский городок освободят от захватчиков, вам повезло. Беглый водитель. Рио Родригес расправился с силами генерала. Так держать повстанцы. По-моему, я призрачный гонщик. Я экспроприирую вашу машину. О, вот жаль, так в реале нельзя сделать. Почему он едет не по своей полосе, я не понял. Почему он едет не по своей дороге? Подобрать. Ну, давай. Ему что, побибикать, блядь, или он сам догадается сесть? Всем свободным бойцам направиться по координатам. Повторяю, всем бойцам направиться. А, это такая крайне интересная побочная. Ну, давай, чувак, удачи тебе. Ха-ха, бля. Ну ладно, я инсценировал его смерть, короче, они уже по нему не стреляют, видите, как я, сука, гениален. Какой дурак вообще убрал тормоз у машины с пробела, ну просто, мудофил, блин. Так, мне кажется, они хотят со мной подружиться, нет? Бля, они видят, что их атакует чувак с воздуха на парашюте и закрывает шлагбаум. Ну, я бы тоже так поступил, конечно, это же гениально. Да-да, доплеровский радар, господи, господи. Да, и что говорить, подкрепление, обалдеть. А, антенну забыл вам починить. Все? Казань наша? Нет? Еще что-то есть?
А, ну да, генератор же еще. Закрепление в пути. Да. И люди сразу пропали отсюда, не поняли, что это территория теперь наша, и просто растворились. Обалдеть, ёпта. Бэтмен летит на новые, сука, подвиги. Подожди, чувак. Да, сука. Обнаружены повстанцы. Немедленно направиться по этим координатам. О, да ты бронирован. О, смотрите, он все-таки спустился оттуда. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Она будет рушиться, нет, сегодня? Придется, походу, втащить. Спустись на землю! О, мне кажется, это за мной, на гелике. Он посидел такой, подумал... Посорел, один я здесь или нет, мне кажется. Ой, на КамАЗе уже ездят, ну обалдеть. Чё, может, вы готовы к это, к серьезной этой, какого, погони какой-нибудь? А то чё за мной по одному-то ездят? Блядь, чё, Гелендваген не может забор проломать? Я бы лучшего мнения об этой тачанке. Ух, ебай, у меня все фары отпрыгнули сразу с машины. Это чё, это наша? А, о, смотри, там какой вообще. Очень много работы. Что-то я не то, походу. Ой-ой-ой. А, ну, суки, назад. Сейчас у них мазик с крышу. Давай опору проломишь, не? Ну и скорость. Ой. Ничего, нормалец. Давай, тащи. Там должно было кабину сплющить, по-моему. После падения такой дуры. Вообще, слушай, там вторая передача-то есть в этом самосвале? Объекты, которые можно и нужно разрушить, помечены любезно красными лампочками. Да, боже ты мой. Да, гранату. Я хочу отметить, что очень косая стрельба здесь. Да ты будешь гранату бросать, ёб твою мать, на какую кнопку? Заебись. Ты себе её под жопу бросил? Чёртов гений, а? Где моя большая Берта? Она будет взрываться там, нет, сегодня? Ай. Хочешь что-то взорвать, блядь, используй гранатомет. Здесь, походу, такое правило. Да, господи. Так, как там гранаты-то? Детонация! Ой, а там какая здоровая херня круглая. Хрена ты меня, бля, прицелишься. Упырек. О. По-моему, они что-то пухнут здесь. Вот это спецэффект! Майкл Бэй! Только куда все исчезло, непонятно, просто растворилось где-то. Сука, они сдолбали. А мост не рушится, видите? Вот мост не помечен, мост не разрушит. Так что то, что здесь рушится все, это, мне кажется, такая иллюзия и заблуждение. О, ну трубы рушить, это, конечно, вообще моя любимая, я уверен, как и всех, кто играет в эту игру, потому что трубы рушатся, ну просто как говно. Очень тяжело их разрушить.
Если где-нибудь здесь не стоит ящик с еще одним с еще одной ракетницей. Ну, естественно, детонации тут не случилось. Никакой, блин, никакой детонации речи не было. А если я вот так сделаю? Может, она рухнет все-таки? Да, блядь, хорош. Ну, как взорвать? Видите, что ей как бы похеру немножко. Да куда-нибудь-то. Вот фундамент взорвать — это говно, не работает. А вот если в середине где-нибудь заминировать, понятно, что они так свои небоскребы палевно взорвали. Тупые, блядь. Ну чё, проверили сообщение, пишет кто-нибудь? Какая фигня тут происходит? Сука, они что-то вообще оборзели. А как я его, а? Да никак я его. Че-то он так с таким этим пороховым взрывом каким-то, что ли, машину открывает, непонятно. Облако какое-то вылетает. О, у него с пулеметом тачка. У него комплектация плюс-плюс. Да, физика вождения, конечно, вообще убойнейшая. Да ладно, ну чё ж ты так рулишь-то? А вид тут нельзя переключить на из кабины? Ой, как круто. А, да, безудержное веселье. А это что там у них такое? Антенна какая-то здоровая. О, генераторы. Эвакуируемся! Да, отлично. Так, ну если я сюда зайду, мне никто мешать вроде не будет. На тачку надо тоже. Тоже казенная. Красотища. Ништяк, снос, да? Тут, по-моему, бесконечные мины — это, в общем-то, все, что, наверное, надо. Для того, чтобы урабатывать раз за разом все их построечки. Флот. Можно даже, наверное, как-то по-хитрому тут, чтобы одна вещь другую ломала, получать очков больше, чем ваши соперники по онлайну. Еб твою мать, а чё? Понятно, в своем стиле. Что-то мне не нравится это количество солдафонов, которые тут нагрянуло. Ха, соси, лох. Настоящие крутые пацаны на взрыв не смотрят, но, сука, снимает его на видео.
Ой, как круто, Бэтмен просто уничтожил. Ой, блядь. Ух, нормально, о, скилл вообще, а. Одним махом, смотрите, как две приходовал. Ух ты, блядь, это было метко. Так, походу, самое время сдриснуть отсюда, а? Тем более, что вон у них где еще постройка есть. Да-да, не попасть им, конечно, вообще ни в какую. По такой подвижной цели они вообще, наверное... Они только по манекенам, наверное, в армии стрелять учились. Ну что тут еще осталось-то у вас, а? Что я еще у вас не отнял? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка... Ой, блядь! О! Спасайся, кто может. Пошли в жопу, пошли в жопу. Выкусите, твари! Ай, блядь, еще попадают, смотри, нихера себе. Все, время отсюда сваливать, наверное. Ну все, начинается мега погоня, походу. Внимание, к вам направляются вертолеты поддержки. Ну крестьянин, ёпта, чё ж тут? По-моему, вертолет. О, я в домике нахер. Чур я в домике. Вертолет, по-моему, по своим стрелял. Хуяк. Сальто, сука, смертельный номер. Давай, 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 давай. О! Держитесь. Походу, я выжил. Нет? О, вот это то, что надо. Давай, или он нас, или мы его. Давай, давай, давай. Ну чё, кто? А, соси, чёрная, чёрная какула. Там кто-то с вышки со страху сдриснул, бля. О-о. Сука, вертолет побеждает. Это они, походу, что-то мощное прислали. Ничего не знаю. О, там нифига у них такая электростанция. Надо уничтожить, сука. Да что ж такое-то? Че, что тут, блядь, забор-то себе понаставили, ефта. О, нормалек. Лошары, сука. Опа, нахер, давай. Я приземлился. Крылатый секс уже тут. Сейчас я перезаряжусь, подожди, чувак. Да, это, бля, Рыбаков был, походу, какой-то. Слышишь, давай-ка нахрен мы тут дырочку-то сделаем, может, пройдем уже вовнутрь, там посмотрим. Бугага, я, сука, из ИГИЛа, я бегу взрывать ваши станции, что вы мне сделаете? Ничего. Черти, ничтожество. Ай, сющий шайтан, красота какая. А, черт, еще им прилетел, да ладно. Сука, так что тут еще надо сделать-то? Ой, блядь, сколько тут еще всего взрывать, да ладно. Это ж просто пипец. То есть один этот объект надо взрывать неделю тут ходить, наверное. А ты, блядь. Пацаны уже не знают, где меня ловить просто. Я такой неуловимый, как брундук летяга просто. Не, ну сейчас, походу, мою жопу поджарят. О, снова мотик заспаунился. Дубль 2. Отсосите, ублюдки.
Врум, врум, мазафака. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Уровень розыска 5 звезд. Ну давайте посмотрим, будет ли ездить танки, как в GTA-хе было. Держитесь. Всегда. Ожидайте прибытия вертолета. Повторяю, ожидайте прибытия вертолета. Да, да, они ждут, ждут. Давай, вертолет. О, а вот и плакат угнетателей. Предвыборный. Да. Ничего себе высадился. Скажите мне, что это не то, что я думаю, здесь растет. О, все, понеслась жара. А, нет боеприпасов. Вот это поворот. Нет гранат. Ни хера нет. Есть только... Отлично. На знак давай. И... Я сам, чуваки, убьюсь. Попутно расхерачу вам еще один плакат, чтобы вы, сука, их клеить задолбались, твари. Внимание. Направляю танки к точке столкновения. Танки. Точки столкновения. Отправляю подкрепление. Че хоть за танки-то, дайте хоть заценим. Может, теперь внимание. Все эксперты. Направляю танковую поддержку. Танковую поддержку. А где вертолет-то? Подожди. О. Что это было-то? Меня один вертолет сбил с днища другого вертолета ракетой, а тому вертолету пофигу. Блять, да это гениально. Ой, боже ты мой, обалдеть, какая крутизна. Ну что, я думаю, хватит для очередной серии. Эта игра так хороша, что здесь каждая серия может стать последней. Серьезно, это сюда надо заходить, снимать стресс после дерьмового трудового дня, когда ненавидишь весь мир. Зашел здесь, все поуничтожал. И то, знаете, вот в Red Faction, олдфажном, уже олдфажном, все рушить, и то было интереснее кувалдой. Там сама физика разрушаемости объектов была интереснее, чем здесь. Тут просто взрывы, взрывы, взрывы. Вот там какая-то борода, смотрите, сколько антеннок. Вот, а в Red Faction можно было там в определенную сторону здания трубу какую-нибудь уронить. Сломав ей одну из сторон, короче, симулятор лесоруба, только башни кирпичные рушил, трубы. Вот, плюс там были мини-квесты такие на разрушение домов на время, или с ограниченным количеством бомб надо было вкурить, как дом разрушить. Короче, Red Faction, он был хорош реально в этом плане. Тут что-то немножко не доделали. И вот эта фигня вообще не спасает. Ой, круто как. Ладно, короче, что-нибудь там жмите, пишите. Хватит нахрен, все. Спать захотел, цель достигнута. Вроде экшен такой в игре безумный, но она так усыпляет это что-то.